Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы рады приветствовать вас на нашем YouTube-канале компании RES Property, марка номер один в Турции в сфере недвижимости. С вами сегодня мой замечательный коллега Алексей. И моя подружаня, зовут ее Альма Гадеева. И сегодня мы находимся в центре Алании. В эти прекрасные дни здесь, в центре, проходит замечательная новогодняя ярмарка. Вы знаете, что это уже в Алании 13-я рождественская ярмарка. Леш, ну смотри, в Алании прекрасная погода, солнечная, пальма. Вот у меня, например, вот не особо нет такого новогоднего настроения. Как у тебя? Я уверен, что буквально через несколько минут это настроение у тебя появится, потому что здесь царит невероятная атмосфера. Пойдем, я тебе все покажу. На счет три. Готова? Да. Раз. Два. Три. Дедушка Мороз, я была хорошей девочкой. Можно мне турецкое гражданство? Альма, ну сколько тебе можно говорить? Ни один Дед Мороз не выполнит твое желание, тем более, если речь о турецком гражданстве. Турецкое гражданство можно успеть еще оформить до Нового года всего за 400 тысяч долларов. Загадывайте правильные желания, и они обязательно сбудутся вместе с компанией RES Property. Леша, ты обещал мне новогоднее настроение. Так что это за рождественская ярмарка? Что здесь вообще Альма, есть? Ну, только посмотри, представлено огромное количество палаток. В каждой палатке огромное, просто невероятное количество разных подделок, новогодних сувениров, подарков. И каждая палатка, она по-своему придает антураж этому замечательному празднику. А ты купил мне подарок уже? Я как раз собирался тебе предложить. Давай мы с тобой разделимся и выберем друг другу подарки так, чтобы это было небольшим таким сюрпризом. Отлично. Давай, увидимся через 10 минут. Давай. Привет, как дела? С наступающим Новым годом. Очень хорошо. Супер. Слушай, как ты думаешь, мне вот эти очки мне подойдут? Классно будет? Мне кажется, мой размерчик, нет? О-о-о. Корейский Санта спешит на помощь. Шикарно. Сколько стоит? Лирами, долларами. Лирами. Столь. Индерин в армии. Нет. He's my friend. Ладно, придется раскошеливаться. Ты секирю дрю. В Алании помимо разных сувениров и подарков вы также можете найти палатки от разных диаспор. Например, мы сейчас стоим около Дании, далее у нас следует Норвегия, Эмираты. И поверьте мне, мы найдем, конечно же, наших соотечественников. Давайте пройдемся по всем этим палаткам, посмотрим, что там представлено. Я даже знаю, что можно где-то попробовать вкусную еду. Сейчас мы это протестим вместе с Альмой. Он себе уже что-то купил, кстати, посмотрите! Как я и говорил, прямо сейчас, смотрите, можно попробовать норвежский свель. Мы не знаем, что это такое, мы просто сказали, дайте нам вот это. Сейчас мы посмотрим и вместе с вами узнаем, что это такое. Альма, иди сюда. Я тебя сейчас накормлю норвежским свелем. Смотри, это что-то похоже на вафли, но он не такой сладкий. Ты сейчас можешь выбрать, чем тебе посыпать. Либо сахарной пудрой, либо этим. А давай тем и тем. Давай. Окей. Это все только для зрителей нашего канала. Чтобы вы понимали, Альма на диете, на жесткой. Она вообще не ест ничего, но только для вас она согласилась это попробовать сегодня. Вау! Thank you! Thank you! Похоже на наши блинчики, только плотные, да? Очень вкусно. Да. Very tasty! Thank you! О, это наше. О, да. Я знаю, вы этого ждали. Друзья, посмотрите. Давай, Аль, расскажи, что там есть. Ну, те, кто живет здесь, в Алании, и соскучился по нашей селедочке под шубой, блинчиками, пирожками, смотрите, для вас целая палатка. Вы только посмотрите. Селедка, блины, пироги.
Я уже вижу, как тут выстраивается очередь, очень много людей. А вы помните, что я надеюсь? Друзья, Аль, не подходи к этому стенду. Это очень организованная палатка из Германии. Там очень много еды, там очень много людей, поэтому я Альму оставлю здесь, чтобы она не сорвалась со своей диеты. Приму на себя удар и пойду сам. Спасибо тебе, ты самый настоящий друг. Я так и знал. Как я и говорил, мы у палатки, которая представляет Германию. Сейчас посмотрим, что там раздается. Вижу хот-доги, очень вкусные. Глинтвин, хот-доги, да, хот-дог, что еще? Say hello! Hello! Вот это я понимаю позитив, вот это настроение. Which one? Yeah, хот-дог, yeah! Хот-дог, please! Yes, I won't try. How much it cost? 50 lira. 50 lira. Okay. Thank you. Сейчас будет вкусный хот-дог, то, что нужно для нового. Yeah! Чок, гюзель! Вы посмотрите. Посмотрите. А, да. Обожаю новогодние ярмарки. Ну что ждать? Вкусная еда. Веселые люди. Потому что сытые. Пойдем дальше. Ты просто посмотри на эту красоту, посмотри на это количество вкусностей, которое подготовила палатка Германии. Очень организованная палаточка. Ребята, сейчас нужно забыть обо всем, что было, потому что я иду к самой крутой палатке. Это мои роднули, мои земляки, палатка Казахстана. Всем привет! Это Казахстан, Алга, Казахстан, мои земляки. Расскажите, как вам, Алике, расскажите, как вам в Алании живется? Вот здесь они все, да, вот Мурат ага, 5 лет уже здесь. Я 3 года. Нам 10 лет, вот Мадина ханым здесь. Всем хорошо, мы счастливы, что мы находимся в Алании, в таком красочном земле. Спасибо большое вам за этот отзыв. Счастливы! Самый позитивный такой. Мы сделали своими руками. Я вижу тандырную самсу вкусную, да? Самса. Что еще? Какие-то вкусности просто невероятные. Баурсаки, господи! Неужели? Вот. И поели, и людям приятно сделали. Res property, мы такие. Res property! All my father just to ride in a one horse open sleigh. Разглядывает, нюхает их. Ну, раз вы здесь, мы сейчас находимся в палатке Босния и Герцеговина. Подходите. Нам подарили, сейчас будет. Спою.
очень интересно, что это. Они сказали, что это сладкое, но, если честно, похоже на мыло. А у тебя что? У меня похожая штука, но ты вообще спрашивала, что это такое? Сказали, что это сладкое. Может, это нельзя вообще есть? Так, ладно. Плохого нам люди не пожелают. Только для вас. Поехали. Это правда сладкое. Шоколадное, прям как я люблю. Правда, не знаю, что это такое, не могу объяснить, но это сладко, это вкусно и надо пить с чаем. Я вообще ничего не поняла. Леша, я кое-что увидела, и мы должны с тобой это сделать. Пойдем? Что сказать? Нас знают! Нас знают! Лучшая компания! О, нас знают! Класс! Ну, конечно, нас знают, мы же с Распрока. Конечно, да. Так. Я не достаю! Ниже сядь! Фото! Ну что, ребята, мы подошли вот к такому красивому павильону. Это палатка Польши. И вот такая прекрасная девушка в национальном костюме, такая очень яркая. Пойдемте посмотрим, что там есть. Давай, давай, пойдем, Джина, смотри. Всякая новогодняя выпечка. Очень красивая. Мы оказались рядом с палаткой, которая представляет Украину. И вы не представляете, что мы здесь нашли. Для тех людей, которые переживают, что при переезде в Аланию у них будут проблемы с нашей вкусной едой, для тех, кто скучает по пельменям, вареникам и вот таким вкусностям, то не переживайте. Аль, расскажи. Смотрите, вот здесь представлены у наших ребят, здесь их бутерброды, оливье, селедка под шубой и вареники. С какой только хотите начинкой. Они также их продают, вы можете заказать себе доставкой и вкусненько покушать. Ну, смотрите, я думаю, что многие скучают также по ракам. Знаете, что в Турции очень мало пресноводных озер, именно поэтому здесь раки намного дороже, чем креветки. What his name? Диджи. 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 How are you? I'm fine. Where are you from? Norway. Norway. Yeah. Do you like here in Alanya? I live here. How do you think why people need to move in Alanya? Why? Klima. Yeah. Uh-huh. People are so friendly. Friendly people. And I'm from Norway. We have too much snow, you know. Rain, so yeah. It is perfect climate. Yeah. No. Okay. Do you have Christmas mood here in no. Alanya? No. No. У него тоже нет новогоднего настроения. Сейчас 10 минут он просто еще тут не прошелся. Сейчас он настроение себе поднимет. Диджи, bye bye. Ты выбранный подарок? Нет. Да, угадаю, ты все это время ходил и ел? Да. Хорошо, вкусно покушал? Очень. Отлично. Где мое новогоднее настроение? Подожди, я знаю, как устроить тебе новогоднее настроение. Кушать много ей нельзя, поэтому сейчас я уверен, что я выберу идеальный подарок для Альмы. Пойдем. Дай мне ровно 2 минуты, и ты будешь счастлива на 100%. Джина, пойдем. Вот что нужно Альме. Глинтвейн. Божечки, это то, о чем я думаю, да? Глинтвейн. Только я живу в Алании 6 лет, и только на этой ярмарке самый вкусный глинтвейн, который и правда дарит новогоднее настроение. Ваше здоровье! Это цена нашей компании. Res Property. Res Property. Where are you from? Turkish. Turkish? Да, ты что видишь? Зелька бише гиденес. Групп. Групп. Зелька. Зелька.
Ребята, перед вами находится организация, группа по интересам. Они их называют любители, правильно перевести, красивых шляп. В общем, да, смотрите, какие красивые дамы, леди. Чок-гюзель. Так, я совсем забыл о том, что мне же нужно выбрать подарок для Альмы. Мы договаривались, что мы расходимся. Да, у нас есть всего 10 минут. Мы выбираем друг другу подарки и потом дарим. Поэтому пойдем, Джина, посмотрим, что можно подарить Альме. Раз. Как думаешь, подойдет это Альме? На подарочек. На новогодний. Дракон. О, так дракон где? А, вот, вот, посмотрите, символ года. Посмотрите, как много красивых подделок. Сколько драконов? Символ года, как-никак. Спасибо большое. Вот такие есть красивые новогодние стаканчики с блюдечками. Сразу поднимает новогоднее настроение. Очень красиво. Чё, Гюзель? Вау! Смотрите, здесь выдувают из стекла вот такие замечательные сувениры. Посмотрите, как красиво. Вау! Прямо на моих глазах сейчас будет твориться волшебство новогоднее. Thank you. Вы посмотрите, просто какая-то красота. Буквально за несколько минут сделали вот это на наших глазах, вот такую красоту. Это невероятно. Впервые вижу и прям завораживает. Она очень горячая до сих пор. Сказали, 10 минут будет остывать. Потом достанем и посмотрим. Это было прям завораживающе. Я вот даже не знаю, глаза разбегаются от такого разнообразия. Но мне кажется, все-таки на Новый год нужно дарить что-то, что придаст действительно новогодний антураж, новогоднее настроение. Здорово. Мне кажется, я нашел. Посмотри, посмотри, как это все красиво. Мне кажется, что вот что-то такое будет очень красиво. Готов? Вот это придает настроение, мне кажется. Как думаешь, для Альмы подойдет? Да? Классный подарочек. О, вау! Да! Надо брать. Мне кажется, я нашел тот самый подарочек для Альмы. How much it? $200. And only this with music. Окей, we take this, окей? Okay? Беру для Альмы, классно будет. Все, нашел подарок для Альмы, пойдем дарить. Пойдем. Так, так, так. Идет, 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 идет. Альма, я нашел тебе подарок. С Новым годом! Спасибо, спасибо большое, Лёшка, спасибо. Я подумал, в общем, что на Новый год нужно дарить подарки, которые придают новогоднее настроение и новогодний антураж. И вот мне показалось, что даже если Новый год пройдет, ты поставишь себя на рабочем месте, будет играть музычка, ты будешь наблюдать за этим всем происходящим внутри этого шара и загадывать желания, и они все будут сбываться. Турецкое гражданство, турецкое гражданство, турецкое гражданство, турецкое гражданство. Ну, нужно искать Лёшке подарок. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Здесь у нас продаются разные фигурки новогодние. В принципе, как сувениры можно будет подарить своим друзьям. Кофейные чашечки, статуэтки оленей. Ну, я думаю, что, в принципе, мы с Лёшкой уже сфотографировались с оленями. Я думаю, что можно пойти дальше. Такая интересная палатка, здесь сделаны игрушки собственными руками. Мне кажется, очень даже прикольно. Эльда Нептуна, да? А, смотрите, видите, да, правильно, ручная работа. Вот этого Деда Мороза можно купить, тут у нас ценник 1500 лир, это 800 лир. И здесь у нас вот такие вот, смотрите, какие мягкие.
Смотрите, просто это же замечательно и вообще. Смотрите, какая интересная гирлянда, сделанная девочками. Просто из подушек. Посмотрите, это же прекрасно. Вот на самом деле, когда действительно находишься в такой атмосфере, в таком месте, действительно веришь в чудо, ждешь Нового года. Нереальный заряд бодрости, энергии. И я желаю вам в следующем году, в 24-м, чтобы у вас всегда все получалось и ваши желания исполнялись. Ну, а мы дальше ищем подарок Лешке. Мне кажется, я нашла. Вот, ну, конечно, не 23 февраля, но смотрите, какие прикольные носочки. Я думаю, что, в принципе, Лёше понравится. Можем, в принципе, выбрать такие. Он всегда же у нас очки носит. Заметили, кстати, во всех видео он в очках. Сегодня просто забыл. Ну, как вы думаете, на чем я остановлюсь? Лерова, некадар? Эли лира. 50 лир. Тащикеры дрим. Полагестен. Ну, все, мы выбрали Леше подарок, а значит, наша задача сегодня выполнена. О, кто у нас тут? Аля. Ты все поел? Я все съел. Все попробовал, да? Пора ехать домой. Слушай, я наелся, напился, хочется спать уже. Слушай, а я тебе выбрала подарок. Это было очень сложно, но я думаю, что тебе понравится, когда ты будешь их я знаю, что надевать. Там ключи от квартиры в городе Алания. Сейчас посмотрим. Та-дам! Почти то же самое. Носи с удовольствием. Слушай, я думаю, что по размерчику должны тебе подойти. Они классы. Почему олень? Спасибо, Аль. Очень классно. Вот. Завтра одену. Ну что, мы сегодня с вами посетили эту замечательную рождественскую ярмарку, выбрали друг другу подарки. Ну и пришло время рассказать о подарках для вас. Итак, дамы и господа, компания RES Property также подготовила для всех наших клиентов и даже будущих клиентов специальную новогоднюю акцию. Для вас специально 0% комиссия за перевод через наших партнеров в любой валюте. А это значит, что у вас есть возможность приобрести вашу замечательную квартиру в этой прекрасной Алании уже близко. Дорогие друзья, дарите друг другу правильные подарки, но мне кажется, что лучший подарок в Новый год – это, конечно же, недвижимость на берегу Средиземного моря. Компания RES Property с радостью вам в этом поможет. Звоните вашим персональным менеджерам или оставляйте заявку на нашем сайте resproperty.ru. Спасибо за ваше внимание. И, как обычно, с вами был замечательный Алексей и прекрасная Альма Гадеева. До новых встреч. Посещайте новогодние ярмарки. Звоните к нам по телефону. Поздравляйте своих близких. И, конечно же, друзья, увидимся в солнечной Алании. С наступающим! Пока!